Здравствуйте, зрители канала Булаточка. Мы рады вас приветствовать сегодня на нашем канале. И сегодня в понедельник, в тяжелый день, в день, в который продаются тяжелые мотоблоки, мы снимаем видеообзор для нашего подписчика и заказчика, который приехал к нам в гости. Он сейчас стоит и смотрит, как распаковывается его мотоблок. У нас что-то пошло не так, но мы оперативно взяли народный инструмент монтировочку. И сейчас мы снимаем упаковку с нашего красавца мотоблока Motorsich MB8E. Вот как вы думаете, какие могут быть ощущения или сравнения, когда при тебе распаковали новую технику, и ты знаешь, что эта техника сейчас для тебя будет запущена, ты сможешь присутствовать в этот момент. Наверное, дороже ничего нет, за исключением того, чтобы приехать к нам в гости и ощутить этот момент. И сегодня для нашего заказчика и для вас, уважаемые зрители, мы показываем, как мы производим всю эту работу. Я немножко расскажу вам об этом мотоблоке. Это мотоблок MB8E, который укомплектован двигателем MS-10. Это двигатель отечественного производителя завода Motorsich. Мощность его 8 лошадиных сил. Он уже идет с электрооборудованием, с аккумулятором, со стартером, то есть с полноценно фара. У него вот такая идет декоративный капот, который, конечно, его украшает. Крылья, видите, вот какие красивые. Мы их протрем для того, чтобы они еще красивее были. В комплектации идут дополнительные грузы. У этого мотоблока идет полноценная трансмиссия, которая состоит из КПП, которая состоит из редукторов отдельных на каждое колесо. Здесь уже в трансмиссии установлен полноценный межосевой дифференциал с возможностью блокировки. Дисковое сцепление здесь, топливный бак емкостью 5 литров. Ну, что еще хотелось бы добавить в этот момент, мы сейчас с вами будем смотреть, как это все производится. Хочу заметить, что выглядит он очень красиво, и, наверное, это вот такой большой плюс вот этого такого защитного пластикового кожуха. Сейчас мы проверяем масло в двигателе. Масло в двигателе, как вы видите, есть. Все технические жидкости нами будут проверены. С завода они залиты, потому что завод тоже следит, и вся техника перед отгрузкой, конечно, проходит ОТК заводское. Там даже на каждой технике есть значок ОТК и штамп в самом сервисном документе. В этот момент, конечно, наш заказчик стоит в стороне, присутствует. Нам было очень приятно, когда он говорит, насколько же все-таки ценно, когда ты приехал, при тебе раскрыли, показали. То есть ты увидел все вот эти тонкости. Дальше в видео вы увидите, насколько нам тоже было это все приятно. И, уважаемые зрители, досмотритесь до конца. Это видео очень интересно тем, на чем данный мотоблок уедет к своему владельцу. Поэтому границ нет, преград нет. Вот сейчас мы подкачиваем топливо топливным насосом. Этот двигатель, он в большей степени укомплектован. Да не в большей степени, наверное, в 100% здесь все идут комплектующие отечественного производителя, которые используются на автомобилях. То есть и топливные насосы, и диаметр поршня, и поршень сам, там все это с отечественного автопрома. Что-то завод сам производит, но я не буду сейчас в эти тонкости вникать, потому что я в них не особо компетентен. Сейчас мы прокачиваем, и сейчас самое интересное Давай. Будет. Запускаем. Не получилось. Давайте вместе посмотрим дальше, как мы тестируем мотоблок Motorsich MB8E, и вам это будет интересно. Подножку бери руку. Обязательным
Условием услуги доверия – это проверка работоспособности, коробки переменных передач, проверка межосевых дифференциалов. Смотрите. Хочу сказать, что в этот момент заказчик мотоблока стоит в стороне и следит за этим процессом. Если это происходит онлайн, уважаемые наши заказчики и зрители, вы также все видите, и мы весь свой рабочий цикл передаем вам, вы это все смотрите. В принципе, всегда это можно видеть на нашем канале. Чем наш канал интересен, если вам интересно. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и обязательно комментируйте. Вы увидели сейчас, как с помощью бортовых редукторов удобно развернуться на маленьком кусочке. Очень приятно, мягко работает двигатель MS-10. Вот вы смогли увидеть проверку работоспособности мотоблока. И сейчас мы произведем краткое обучение владельца. Повышенная задняя. Ага. Допустим, вот так вот будет пониженная первая, пониженная вторая. Так вот будет, ну, соответственно, повышенная. Да, то есть первая, вот это ряд повышенных, пониженных. Это задняя, первая, вторая, задняя. Ну и задняя. Блокировка. Датчик давления масла. Да, еще такой вопрос. А переключаться на ходу можно? Получится. Нет, это спрашиваю. Вообще-то я с мотоциклами очень хорошо. Ну, если пониженный на повышенный, то здесь. Ну, я понял. Ну, так запускаем. Газ. Да. Ну, вот. Так вот. Это. В принципе, мне все понятно. Теперь попробуйте его завести. Я, да? Да, ну, нам же надо, чтобы вы это... То есть, да, на нейтрале. Вот это... Правильно? Это просто глушилка. Ну, это глушилка. А вот это? Да. Это вы питание? Вот сюда, на сюда. Да, на сюда. Я, в принципе, все понимаю. Не хотите попробовать скорость включить? Тронуться? Не, не хочу. Вместе с мотоблоком заказчик заказывает культиватор фрезерный HF1S. И сейчас все это мы будем грузить в его автомобиль. И вот на этом мы хотим немножко остановиться. Наши специалисты могут загрузить уже, можно сказать, с уверенностью мотоблок мотор Сич в любое транспортное средство. Не стесняйтесь, приезжайте к нам. И мы обязательно все аккуратненько упакуем, положим, скажем вам спасибо, снимем вот такой прекрасный видеообзор, пожмем друг другу руки и будем дальше с вами дружить исправно и во всех вопросах вам быть консультантом. Видите, как гуртом загрузили мотоблок мотор Сич вот в такой внедорожник. На самом деле очень приятно, что люди к нам приезжают, ведь общение, оно порождает те вот такие первичные отношения, которые потом дают возможность доверять друг другу и рекомендовать нас другим людям. С
Спасибо за внимание. До скорых встреч. Подписывайтесь на наш канал и делитесь нашим видео.